И снова здравствуйте, всем привет. Итак, вот такой персонаж получился на скорую руку. Здесь, конечно, есть еще над чем работать. Вот я вам его в ссылке отдам. Если у кого-то есть желание, то здесь можно немножко поработать, добавить вот эти вот защелки, там складки какие-то, возможно, перекрасить его в Substance Paint, что-то переделать. Ну, получился вот такой вот персонаж. Я его начал делать сначала в А-позе, но потом пришлось его переделать под Т-позу, объединить и раздвинуть руки. Сейчас давайте посмотрим, как он получился, если сохранился. Так, Flexbox, QuadStream, что тут, где он тут? Так, проверяем, смотрим. Здесь уже я ему делал развертку. Снимал шкуру по прошлому ролику. И вот такую позу я его поставил, чтобы нормально можно было ремни завести, и потом кости вставляются, лучше работает вот этот вот китель без всяких складок. Так, вот такой, словом, персонаж. Перекрасил я ему каску в белый цвет, но этого файла нет. Так, давайте я, наверное, этот файл тоже сохраню. Он не был сохранен, потому что я его не сохранил, словом. Так, что здесь имеется? Имеется объединенный уже персонаж. Это получается вот таким вот образом я его объединил. Там внутри все нормально. Вроде бы дырок нет, сетку подправил. Что тут еще? Вот. Усы. Вот так он выглядит. Этот файл будет, повторюсь, для скачивания. Можете скачать и с ним поработать. Так, поаналитили в Blender. Итак, вот уже персонаж с анимацией бега. Единица на нампаде. Кости вставлены миксамовские. Кости добавил, значит, чтобы закрывался, открывался рот. Добавил зубы, добавил глаза. Глаза скачанные, зубы по прошлым роликам. Здесь вот плывет, значит, этот циркуляр. Ну, баллоны, в принципе, можно переделать. Я их не заморачивался. Ну, как обычно, да? Мне главное персонаж. Баллоны можно скачать. Ремни тут уже в блендер сделать. В принципе, все будет нормально. Так, заходим в постмод. Как вернуть его в первоначальную позу? Это Alt-G, Alt-R. Ну вот, персонаж уже можно дорабатывать, переделывать. Так, показки. Смотрим, что у нас тут показки. Сетка неплотная. У персонажа тоже сетка, по-моему, 8000 полигонов. Вот такая штукенция. Ну вот такой кратенький обзор на персонажа. Конечно, можно еще всю банду сделать, еще машину сделать и это все заанимировать. Ну, будет прикольно, я думаю. Все, всем пока, до свидания.